это у нас там такое дымится. И дымится. Сейчас посмотрим. Ух, ё-моё. Пожарные. Что-то, по-моему, гараж какой-то горит. Дымище. Всем привет! Вы на канале Географ на задании. Тут вот какое-то чрезвычайное происшествие. Я, кстати, нахожусь на заправке. Вон там машинку оставил. Сейчас хочу ее помыть. А здесь вот прям напротив происходит вот что. Смотрите. Судя по всему, это один из гаражей. Горит. Смотрите, как дымит. Через трубу, туда и сюда. Дымище такое. Там, кстати, вон пожарные стоят. Вау! Видели? Гаражи? Коптит знатно. Ух. Труба горит, труба взорвалась. Да уж. Друзья, история. Пожарные вроде как должны тушить, но дым, видите, прям идет и идет. Напоминаю, что это город Пущино. Какая-то еще турбога стоит. Древние. Вот и пожарные. Дымок беленький. Бригады пожарные работают. Всегда зеваки. А что там горит? Гараж. Ну понятно. Там что, машина? Бахнуло здорово, я. Ну вон трубой сейчас видел, как бахнуло. Ну может там бензин был, пары скатились. Да уж. Тушат вроде, да? Подали сейчас вот. А сюда, блядь, не вовремя, попозже. Ну да. Сгореться дали, малек. Ага. Вот так вот вода пошла. Видишь, белый, значит вода пойдет. Тушки хорошо, всякие закрыть, тепловые. Видишь, слышь, пилят, блядь, ворота. А, так он закрыт еще? Ну, он выше. Не работает. Okay. Вода пошла. Ты что, Серёга?
что, друзья, вон, судя по всему, благополучно все это затушили, но неблагополучно для хозяина автомобиля, который там сгорел. Вот такая вот история. Если было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч, пока!